поверить. Я никуда не делась, я опять с вами. И сегодня предлагаю песню посмотреть «Улетаю». Хотя я не улетаю, я остаюсь. Ну, давайте посмотрим. Я ее давно хотела глянуть, песню. Ну, как давно? Ну, вот хотелось мне посмотреть. Мне эта группа нравится, тем более, что улетаю, так улетаю. Вперед! Посмотрела 100 долларов. Ang local media na mayroong tatlong namatay dahil sa collapse structure. Nakausap naman natin si Philippine Ambassador to Indonesia, Lee Yong Wee, at sinabing ligtas ang mga Pinoy sa East Java. Nasa atin natin ang 150 kilometer ang sentro ng Lindol, kung nasaan tayo ngayon dito sa Denpasar, sa Holiday Island na Baling. За 100 долларов всего нас. Я улетаю, город в огне тает, музыка играет, будто бы у меня с нами. Улетаю, город в огне тает, музыка играет, от тебя улетаю. Не могу оторвать свои ладони от тебя, милая, нас качает прямо в такт эта волна. Дешевый. 100 долларов бюджет клипа. Я теперь вижу, почему у них одна девушка на троих. Не вижу, а поняла, почему. За 100 долларов группу не снимешь. Вот, так что, ну, куда денешься? И дешевле бывает. Круто, ребята. На 100 долларов круто. Клип получился крутой. Хоть и дешевый. Молодцы.
это все шутки были, а вообще ребята молодцы, они мне нравятся, такие вот с каждым клипом растут и растут, меняются, мне вообще нравится. О, такой вот вроде клип простенький, но мне понравился, получился классный все-таки. О, вот как вроде в них стиль немножко другой, вот немножко изменили, но все равно прикольненько, мне очень понравилось. У Цоя сильно голос обработанный, так вот, у него и так хороший голос, зачем было так это мне, или может приболел? Даже, ну, это шутки. Меня тянет сегодня на шутки. А так клип мне понравился. Ребятки понравились. Молодцы. В том же духе продолжаем. И растем, и растем. Пока-пока. До новых встреч. Yeah.